На пленарном заседании Мели Меджлиса принят в первом чтении проект закона о государственном бюджете Азербайджанской республики на 2023 год. Традиционно госбюджет следующего года прогнозировался как просоциальный. На данные цели запланировано выделить свыше 15 миллиардов манатов. Это на 9% больше, чем в прошлом году. В целом доходы государства в следующем году прогнозируются в размере свыше 30 миллиардов 700 миллионов манатов. Это на 5% больше, чем в 2022 году и является рекордной цифрой за всю историю страны. Расходы рассчитаны в размере 33 миллиардов 300 миллионов манатов. Это на миллиард манатов превышает траты государства на текущий год.